Всем здравствуйте! Сегодня расскажу о таком расширении, которое поможет вам писать без ошибок Language Tool. С этим расширением вы сможете писать без единой ошибки. Всегда знать, где правильно поставить запятую. Всегда начинать слова с заглавной буквы из красной строки. И правильно ставить запятые. И всегда ставить точку в конце. Давайте покажу, как с ним работать. Давайте его сначала скачаем. Официальный источник Google магазин расширений. Устанавливаем, я уже установил, как вы можете видеть, вот оно у меня. Я покажу на примере вот этого текста. Смотрите, я взял вот из этого сайта, с этого сайта текст. Вы можете видеть, вот смотрите, вот он текст такой вот. Вот, к примеру, ну вот, чисто вот, сберу, вот, смотрите, вот. Видите? Ну вот, к примеру, вот раз. Смотрите, два раза тыкаете, и можно выбрать, как правильно пишется. Вот, к примеру, раз, правильно. А если вот здесь, вот, например, ну, забыли перевести. Вот раз, вот так, переводим. И, например, ставим букву N. Смотрите, и видите, я забыл, ну, не заглавную поставил. Видите, желтеньким подсвечивается. Нажали, заглавная буква стала. Также тут, ну, в основном бывают случаи, когда он ошибается. Потому что данное решение не всесильно. Для купленной версии более высокий функционал. Давайте сейчас поговорим, как все-таки зарегистрировать данное расширение для себя, чтобы было больше функционал. Смотрите, рассказываю. Вот, заходим вот сюда. Зарегистрироваться. Сюда вводим имя. Или, ну, какое хотите, придумайте. Сюда почту. А сюда пароль. Пароль обязательно с именем. Пароль с почты обязательно запомните, это важно. И вот здесь галочку поставьте. Сюда вводим 4. Вот это не вопросик, здесь должно быть. Здесь должно быть, по идее, равно. И вопросик. Чему равно? Надо написать вот 4. Вот я уже зарегистрировался. Давайте я войду в свой аккаунт. Покажу вам, как это все показывается. Я вхожу в свой аккаунт. Все, вошел. Так, показываю. У меня бесплатный тариф. Тарифов здесь много. Сейчас, если найду тариф, покажу вам. Так, вот здесь. Вот они пока. Тут подробно показано, как сниму. Вот тарифы. Вот, смотрите, вот. У меня вот бесплатный тариф. Вот он, надо было вниз. У меня бесплатный. Вот столько шаблонов мне доступно и сколько букв я могу. А в платной версии поддержка разных языков и API ключ. Ну, то есть API защитой. А в этой версии все то же самое, только еще с улучшенным функционалом и большим количеством слов за один раз. В принципе, я посмотрел. Бесплатная версия справляется отлично, если вы, конечно, на русском языке пользуетесь. Ну, вообще, данное решение разрабатывалось как для английской части населения нашей планеты. Ну, его адаптировали для всех языков, и шаблонов много, как вы видите, 2400 шаблонов. То есть, достаточно хороший функционал. Шаблонов есть со всеми ошибками, запятыми. Вот как вы можете видеть, смотрите, видите, вот здесь такая есть, такой вот девяточка, на нее вот нажимаем, здесь может быть разные цифры, и вот здесь показываются каждая ошибка, можно посмотреть, прочитать, что это за ошибка. Она также подсвечивается, если вы хотите. Вот смотрите, раз навожу, и вот она сразу слово, где это слово находится. Это все слова будут так подсвечиваться. Вот, например, вот это вот, смотрите, вот за спереди, а сейчас за будет. Ну, она бывает, ошибается из-за того, что, я повторюсь, она не всесильна. Но если вы пишете грамотно и, ну, ошиблись где-то, она вам подскажет. Также данное расширение служит, вот такие есть функции, но я их не советую отключать, потому что вот так будет, смотрите, вот. Сейчас обновлю страницу. И видите, будет по стандарту подсвечиваться, видите? То есть вы просто ее отключили. И просто вот так вот поставим, сейчас покажу еще раз.
Видите, она подсвечивается, но уже не так. Только маленький шрифт. Вот теперь нормально. Ну, в принципе, я все вам рассказал, что я хотел вам рассказать. Больше я вам ничего не могу рассказать. Большую часть я вам рассказал. Также могу только добавить пару слов о данном расширении вот здесь уже. Данное расширение будет полезно, как я сказал, тем, кто знает, как им пользоваться. Я вам объяснил, как им пользоваться. Пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, оно вам пригодится. Всем спасибо, до свидания. Не забудьте поставить лайк. Ну и подписочку не забудьте влюбить. И всем спасибо, до свидания.